оставлять все как есть, зная, что микрочипы Мэри Келли ломают жизни людей. Но сейчас у нас нет выбора. Тогда, возможно, самое время обратить внимание на слона посреди комнаты. Найджел Касс, миллиардер, сделавший состояние на войнах, и директор ЧВК «Альбион», местной банды гопников. Он больше всех выиграл от терактов. Призывать людей к сопротивлению — это прекрасно, но этого недостаточно, чтобы освободить Лондон от хватки Альбиона. По крайней мере, пока им управляет Касс. Мы собираемся бросить вызов директору частной военной компании, которой хватило ресурсов, чтобы подмять под себя весь Лондон. Жду с нетерпением. Надеюсь, у вас есть план получше, чем просто заявиться к Кассу в открытую. Возможно, Бегли нашел брешь в броне Касса. Бывший сотрудник и друг, затаивший обиду. Он может стать бесценным союзником, если убедим его помочь. Обсудим подробности, когда вернешься в убежище. Всем привет, вы на канале Темная Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Watch Legion. Я по счету 15-я часть игры под названием «Брешь в броне». Обсудите задание с командой. Окей, окей, я тут себе быстро перетелепортируемся. Наш, как говорится, штаб-квартира, наш дедсек. В общем, друзья, миссия вообще будет интересной, реально интересной. Так, сейчас. Быстренько телепорт. Сейчас поговорим с моими, с моей командой, с моими друзьями. И желаю вам всем, друзья, приятного просмотра. И спасибо вам за вашу поддержку. Вы классные друзья. Я очень рад, что с вами со всеми дружу. Опа. Ага. Мы сейчас немножечко выпили. Но мы выпили за ваше здоровье, ваших близких. Так что, в принципе, можно. Я сам по себе не пью. А героя немножечко разрешаю. Только я думаю, кем я в этой миссии поиграю. Им. У меня просто много очень людей в команде. Я вот пока не знаю. Им поиграть или кем-нибудь еще, ну, из этих, которые у меня завербованы, я даже не знаю еще. Так это потенциальные, мы пока не будем к ним лезть. В принципе, так хватает у нас, а? Даже не знаю, кем сыграть. Честное слово, на киллерша мне в раз получилось не очень сыграть, да? Может быть, ей сыграю, а может быть, и им поиграю. Блин, даже надо подумать, друзья. Ладненько, думаю сыграть им или киллершей. Ах, даже не дальше сыграть, думаю, друзья, киллершей, да. Агента сменить, поиграем и киллерша, эта миссия была не очень предыдущая. Но у меня, блин, зараза, так сказать, поединки просто это, кубе бойцовского я проиграл. Готовы действовать? А уж в следующей миссии я сыграю уже другим агентом, им. Просто реально она крутая, я просто реально хочу в эту миссию ей поиграть. Блин, вообще будет интересно, друзья. Еще раз всем желаю приятного просмотра и записать, если вы еще не запаслись вкусняшками, друзья, записайтесь поскорей, потому что миссия обещает быть очень интересной. О, молодец, Димон. Так, может даже, я купил ей новую прикольную одежду в предыдущей миссии. Она реально ей идет. Она супер крутая киллерша. Ага, привет. Сейчас, друзья, мы все узнаем. Итак, поговорим о ЧВК «Альбион», единственной британской организации, которая угнетает страны третьего мира больше, чем правительство Британии. Главу «Альбиона» Найджела Касса ангажированные СМИ называют харизматичным визионером, а борцы за права человека — военным преступником. «Альбион» получил ключи от города, чтобы восстановить порядок после терактов. Чё-то подстава, как по мне. Все так. Значит, у нас есть две причины обратить внимание на Касса. И я нашел кое-что. Хэмиш Баладжи, уроженец Лондона. В 14 лет стал стипендиатом фонда Касса. Тот даже был его наставником. В 16 лет спроектировал первых дронов для Альбиона. Интересный факт. Касс отложил их запуск, чтобы приурочить его к дню рождения Хэмиша. Касс для Баладжи как второй папа. С чего ему помогать? У них случилась размолвка после инцидента в Дельте Нигера 3 года назад. По данным расследования, которые успешно замяли, Касс отдал приказ уничтожить деревню, жители которой были против постройки трубопровода, но дроны вышли из строя. Баладжи посчитали виновником саботажа. С тех пор он в бегах, но, судя по всему, вновь объявился в Лондоне. Хочет искупить вину, как в случае с протестами. Хэмиш спроектировал дронов Касса и пытается разрушить Альбион. Он умеет заметать следы, но догадка хорошая. Увы, судя по разведданным Альбиона, перехваченным нашей подругой Кейтлин Лао, Касс тоже знает, что Баладжи в Лондоне.
Итак, наша задача — найти Баладжи раньше Альбиона и убедить его, что Касс — наш общий враг. Хэмиш — наш шанс остановить Альбиона и вернуть себе доброе имя. А также цель крупнейшей ЧВК в мире. Всего-то. Да, всего-то. Легче легкого, так сказать. Найти чувака, себе крутого, умного подростка. Это потребовало фигня. Некоторых усилий, но я определил область, где мы с наибольшей вероятностью сможем найти Хэмиша Баладжи. Отправляю данные на твой оптик. Так, найти Хэмиша Базин. Окей, окей, хорошо. Так, примерно, я все-таки не зря взял ее для этой миссии, друзья. Это круто, а? Честно слово, друзья, Вожжёг Легион — интересная игра, но тут бывают такие тупые неинтересные миссии, блин, что просто не хочется в них играть, но приходится, реально приходится. Так, ну что ты у нас нам хочешь ждать? Ну, думаю, я с тобой поговорю потом, хотя ладно, сейчас с ней быстро поговорю и пойду уже нашу миссию выполнять. Под названием «В брешь броне». Сюрприз, тварь. Работала с 404, искала картированные разумы Скай Ларсон и тут подумала, мне не помешает новое рабочее место. И ваша помощь, кстати, тоже. Видела тут, как черный Кэп сбил человека и уехал. Прошло много времени, но в новостях тишина. Ты что такого-то? Да как бы вам сказать, черные Кэбы — беспилотный транспорт. Такое поведение, мягко говоря, нетипично для ИИ. Я тебя понял, понял. Так, ну мы твои задания потом возьмем. Потом. Прикольное название. Знание. Ну потом возьмем, в следующий раз, а? Не-не, потом. Так, тут у нас что такое есть интересное? Да, реально, тут что такое интересное вообще есть, а? Так, это что? Опа, хранилище данных. А, понял, понял. Так, баг увидел сообщений. Ух ты, прикольно. Так, а это у нас? А, это команда. Да, тут, о, кстати, кого-то еще новые себе персонажи заебовал в команду. Получается, я миссию выполнил 14-ю, получается, там было гонки, надо было устроить. Ну, внимание отвлечь. И вот не дали персонажа, а, войти на стриме. Так и называется, на стриме, реально, прикольно. Так, 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 это у нас потенциальные агенты, так, ну нафиг вам не нужны, это, типа, они не любят детсек, похер на них. Так, ух ты, ты крутая какая, боксер без перчаток, а? А ну-ка, боксер без перчаток. Ну ладненько, боксеров не хватает, в принципе. Ладно, друзья, все, погнали выполнять наше прикольное задание. Надеюсь, нам получится найти, как говорится, Хэмиша. Хэмиша раньше, чем его найдет командир Альбиона. Все, друзья, погнали. Мы вооружились по полной программе. Все классненько. Штаб-квартира для всех мне нравится. Прикольная. Я потом на своем канале думаю, блин, по частям проходить первую, вторую часть Watch Dog'а или постримить? Я еще пока-нибудь не знаю. А? Вот сижу, думаю, когда я потом буду их мутить, проходить их, эти классные игры, эти классные две части. Блин, надо будет подумать, а? Не, Watch Dog Legion, просто неплохая игра сама по себе, но бывают такие миссии тупые, унылые, что прям вообще уж не хочется вообще капец в них играть. Вот реально только думаю, что за говно? Или миссии бывают повторяются, а? Вот если побочные миссии какие-то дополнительные бывают повторяются, однотипные они бывают, а? Это очень не очень интересно. Так, команду мы не будем никого ебовать, Магет уже пил предыдущий, поэтому пить не будем. Так, Дарт сыграть, ну потом как-нибудь сыграем, все, друзья. Так, 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 так. Опа, уже вечер, да? Круто. Так, ушки-оватышки, это кто у нас? Любовник. Жаль, это по порезку. А, серьезно. Любовник, на твою мать рождения. Ну-ка стоять. Тачку крутую увидела. Это у нас Альбион. Так, друзья, я, может, даже думаю телепортнуться. Кстати говоря, тут вот игра еще классная такая. Луна, как будто настоящая, реально класс. Сейчас посмотрим, а. Времени. Давайте, друзья, наши с вами. Так, где? Опа, телепортнемся. Вообще-то, в принципе, далеко будет идти, а? Он около клана Келли находится. Может, клан Келли его похитили? Или он с ними заодно? Ну, друзья, мы скоро с вами все узнаем. Я говорю, миссия обещает быть интересной. Если вы кушаете, друзья, желаю вам приятного аппетита. И так, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Я стараюсь для вас, друзья. Мои друзья все знают, это я говорю новым моим друзьям, которые придут на мое прохождение и услышат мой не супер-выпер, но пойдет голос. Так, 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 она в принципе недалеко идти, поэтому, друзья, все хорошо. Иди нафиг, мудила, я тут спортом занимаюсь, а? Блин, реально, она вот очень крутая киллерша, у нее есть винтовка, есть пистолет крутой, собственный пистолет. Есть еще прикольная, блин, дрон-убийца, очень класс.
Так, переодеваться мы не будем, у нас, в принципе, не хватает денег, на самом деле, чтобы это сделать. Ну, вот, посмотрите, друзья. Так, сколько у нас денег? Все, этих, ну, криптой. А ты крутая деваха. Такие и спасут Лондон. Ты из Датек? И что, ты не имеешь отношения к планам по созданию Четвертого Рейха? Чу-чу. Ты что, не в курсе? У Гитлера был сын, такой же урод, как папаша. Этот подонок уже в Лондоне. Ему служат все. И Альбион, и Сирс, и клан Келли. Вот, список всех его вонючих шавок и все их активы. Гнусная банда. Помешай им осуществить задуманное. Тогда я смогу тебе доверять. Ладно, посмотрим. Чего-чего? Гитлер? Какого лешего? Что за на? Завербуйте Джоэн Браун. Что за фигня? Я вообще ничего не понял. Ну-ка, подожди. Что ты вообще умеешь, а? Кажу ключей? Блин, способности у тебя особо и нету, а? Я нашел даже не одежду, а получилось, что я заговорил с девчонкой. Ну, она говорила, сын Гитлера. Капец, а? А, у меня вот крипты мало. Так, может быть, купить себе новые штаны, а? Ух ты! А тут такие даже неплохие штанишки. Вау, я люблю камуфляж, а? Мне реально нравится, а? Так, если останется, друзья. Вот, магазин. Одежда. Ух ты. Тут даже такая классная одежда. Нифига себе. Надо будет потом моим другим агентам эту одежду приобрести. Ну, возьму эту одежду ей. Будет классно. Вау. Так что нормальные такие курточки, а? Йоу, я крутая. Ух ты, нихрена себе. Надо будет запомнить это местечко и купить себе еще какие-то новые куртки, а? Так, какую же тебе сейчас приобрести-то мне, а? Чтобы подходило всем. Так, сейчас подумаем. Это с капюшончиком. Ну, это у нас простая. Так, сейчас. Так, то есть сейчас быстренько. Я просто думаю, какую взять себе, чтобы было подходило. Класс. Ну, вот это, в принципе, неплохая куртка, друзья. Возьмем, она классненькая, стоит 3к, но она того стоит. Так, обувь. Может, обувь еще какая-то новенькая есть. А, ну, в принципе, есть кроссовки, которые идеально подходят. Эти штаны прикольные. Подобие камуфляжных, а. Я просто люблю камуфляжные штаны. Так, очки. Ух ты, очки. Так, головной убор. Вот у меня кепку. Мне бы кепку приобрести себе классную. Так. Йо, я крутая. Я знаю, что ты говорил, но тем не менее, она реально крутая. Так. Так. Сейчас думаю, какую кепку ей лучше взять. Так. Ну, мы же типа за агенты, поэтому надо скрывать свою личность. Поэтому так возьмем. Все, друзья. Класс, я приодел мою девчонку еще лучше одежду замутил. Кстати, реально офигенная одежда. Мне нравится. Мне самому нравится реально. Опа, так. Так, мы почти дошли до нашей миссии. Так, вот, друзья. И одежду новую купил. Ух ты, тачка. Блин. Ух ты, нифига себе тут точило. Мне в этой игре пока нравятся 3 тачки. Они все спортивные. Они реально прикольные. Только что их нельзя по номеру телефона, как было в первой части, вызывать. Допустим, ты звонишь другу. Бах, и тебя тачка уже около тебя. Так нельзя. О, все-таки не зря, друзья, я взял пушки. Это точно. Я чувствую, что будет заваруха, друзья. Возможно, будет. Паладжи постоянно сует нос в дела Альбиона. Тайком, разумеется. Но мне удалось определить, что обычно он действует отсюда. Расхерачим эту дверь, ага. Не спеши. Судя по информации охранной системы, его нет дома. Знаю, что у тебя на уме, но входная дверь связана с ловушками, которые уничтожат его данные, а потом и тебя. Ну, или в обратном порядке. Кажись, у него параноидальное расстройство. Раз к нему домой пытается вломиться вооруженный инсургент, значит, опасения были оправданы. Подключись к системе безопасности и используй камеры, чтобы обезвредить ловушки. Ясненько. Окей, сейчас. Так. Сейчас все, друзья, узнаем. Да, миссия обещает быть даже очень интересной. А, подключиться, почему-то надо вниз опустить, да? Ладненько, давай. Вниз. А, типа, ты так не отпустишь, да? Ладненько, сейчас все будет, друзья. Это что такое? А, поэтому мне нужен этот дрон грузовой. Я понял. Полагаю, точка доступа на крыше. Бэкси, а вон те окна чё? Может, так получится? Конечно, если сможешь туда добраться. Есть 3 варианта. Первый – использовать подъемник для мытья окон. Второй – найти строительного дрона. Третий – вернуться домой и решить начать новую жизнь с понедельника. Вкурила. Ну ты бегли. Ой, сори. Ну ты бегли дает, а. Я выбираю второй вариант. Строительного дрона. Потому что подъемник не очень поможет мне. А дрон – прикольно. Сейчас, друзья, все будет, а. Так, окно, ага.
все друзья. Да, он же как-никак умный подросток, блин. Ну, уже не подросток, но умный, а. Сделал супер крутых дронов-убийц. Он, конечно, может, не хотел этого, но... тем не менее. Сейчас. Да, если мы найдем его, теперь будет себе в команду, вообще будут крутые друзья. Так, давайте, сейчас все узнаем. Так, взломайте сеть в квартире Хэмиша. Окей, окей. Вот это нормально, вот интересная миссия. Ого! Да ну нахер, ловушек тут хоть жопой жуй. Ты можешь отключить ловушки, перенаправив питание. Вкурила. Нихера себе в ловушек, типа заходишь, такой бах, и тебе с дробовика. Ого, тут везде ловушки, друзья. Ну, дает, а. А, вот что как. Сейчас, друзья, все взломаю. Так, первое дело. А, вот, Кас, точно. Замудивский альбионский командир, ну, командир альбиона зовут Кас. Классное имя позорит, а. Так. Ага. Подождите, друзья, подождите. Сейчас. Радио выключить нельзя. Авторские права не прилетят. Блин, зараза. Ладно, давай так. Так, тут не так. Во. Так, теперь куда? Ага. Вот, друзья. Зараза. Нет, музыка прикольная, ладно, черт с ним, авторские права, ничего страшного. И без музыки в игре, конечно, играть можно, но так и лучше. Так, это я понял. Теперь у нас получится вот тут где-то надо, да? Сейчас, друзья, переключимся. Подожди, нужно взлом, 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 взлом. Так. Вот эту фигню взломать, а? Это самое главное. Так. Подожди. А, во. Все, ловушки, друзья, мы с вами обезвредили. Думаю, теперь шансов погибнуть будет существенно меньше. Ага, я очень этому рад. Он столько ловушек, друзья, поставил. Реально умный человек, реально умный. Так, обойдите квартиру Хэмиша. Окей, окей, так, где у нас дрон? Друзья, миссия правда интересная. Вот это на самом деле реально интересная миссия. Я с кайфом играю. Предыдущая миссия, где он гонки играл, она была как бы вроде бы интересная. Ну, вот именно гонки, там надо было просто получиться внимание отвлечь. Ну, получиться Альбиона от наших новых людей, ну, друзей, сопротивления. Там надо было на машине гнать, типа гонки. Ну, мне не особо было интересно, честно, а. А вот эта миссия мне очень даже нравится. Как я говорю, в игре есть и классные миссии, и не очень. Думаю, вы со мной, друзья, в этом плане согласитесь. Друзья, все полезные ссылочки, друзья, будут в описании. Также классные ссылочки на моих, друзей канала, это же будут в описании, а именно на канал. Блин. Антона, Ромыча, Джокера и Лео Леопарда будут ссылочки в описании. Я не мастер рекомендую каналы, но я буду стараться учиться. У него классная квартира, ничего не скажешь, да, согласен, прикольная. Подключение можно бы поделать, ну класс, а. Ловушек до хера. Либо там будет дробовик при входе и, блин, взрывчатка. Слушай, еще одно движение, и все, включая тебя, рванет. Эй, бро, попустись. Ты вообще кто? И что тут делаешь? Альбион? Че, чел? Да нет, сопротивление. Что, дедсек? А я в таком случае Че Гевара, прощай. Чего? Спокуха! Слушай, Альбион в курсах, что ты в Лондоне! Рви когти, чудила, ёпт! Вот блин, ты ведь не врешь, да? Твою мать! Думал, я осторожен, но и дебил ты, Хэмиш!
Слушай, Кас хуже, чем кажется. Чел, я в курсах! В курсах! Иначе чё бы я сюда припёрлась, а? Может, потому что Кас вам платит? Вы же наемники. Йоу, я за помощью, если чё. Надо прижучить Каса. Это он устроил взрывы и нас чуть не замочил, ага? Нихера вы не знаете! Вы понятия не имеете, кто такой Кас и... Вперёд, вперёд! Вот срань! К тебе приближается Альбион. Похоже, вы были правы. Срань, думай, Хэмиш, чёрт, ладно! Все потом. Я их отвлеку. Вали! Нашел! Давай! Мое рождение. Да, друзья, миссия и правда интересная. Молодец, Хэмиш. Красавчик, а. Да, твою мать, куда бежать-то, а? Пошли, пошли! Твою медь, а и что мне делать? Блин! Не столь долго! Бойцы Альбиона не слишком разборчивы при выборе цели. Охереть! Да, блин, беги, беги! Так, скажите, что-то из Биона. Блин, надо убегать, друзья. Я ж говорю, что миссия интересная будет, а? Твою медь, а. Так, беги, 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 Димон, беги. Ха-ха, это такая прикольная маска из замутила, она ей прям идет, а. Тут, друзья, реально настоящая охеренная миссия. Блин, убегаю, убегаю. Только, правда, куда бежать-то от них, а? Ладно, бегу, бегу, друзья. Ух, я страшно от них скрываться. Опа, друзья, это у нас, ну, по-любому, если мы тут не скроемся от них, а, это явно. Реально прикольная пушка у нее. Ладно, друзья, это у нас не прикрытие. Тут нас по-любому убьют. Поэтому срочно сваливаем. Да твою мать, сваливаем, беги, 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 девушка, беги! Да быстрей, 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 быстрей! Давай, садись, да, садись! Рождение твое! Хочу байк взять, а! Покиньте область! Блин, чуть не убил гражданского! Ага, беги, беги. Ой, срочно, срочно, беги. Добейте до безопасного места. Окей, окей, уже добираюсь. Только, правда, куда скрываться-то, не знаю. Ах ты ж, зараза. Так, вроде бы, получается. Ага, не видим цель. Зараза, так. Это у нас место, может быть, получится скрыться здесь, а? Сейчас, друзья, быстренько. Ух, блин, а миссия и правда интересная. Никак нет, цель ушла. Разошлите ориентировку. Похоже, этот переполох убедил нашего нового друга Хэмиша, что нам нужно действовать сообща, чтобы справиться с Кассом. Он готов сотрудничать. Так, брешь в броне, задание выполнено. Блин, а миссия, друзья, интересная была. Реально классная, внутри Альбиона. Это же будет следующая миссия, друзья, внутри Альбиона. Блин, друзья. Так, ладно. Я еле-еле ушел. Я вам верю. И скажу вот что. Найджел что-то задумал. И один я его не остановлю. Если Адетсек не врут, вы поможете. Мы тебе, ты нам. Есть вероятность, что Касс связан с терактами. Ты ждешь от него чего-то хуже? Нет, нет, он не такой. Ну, не совсем. Найджел хочет стать героем для всех. Он тщеславный мудак, но не циник. Где бы мы ни были, у него... У нас всегда был план, как решить проблему с помощью роботов-полицейских или роботов, обогащающих почву. Общество для него лишь неполадка, а люди просто баги в программе. Либо обходишь их, либо фиксишь. Сорян, нужно сменить проксю, чтобы меня не засекли. Скоро свяжусь с вами. Слушайте, у меня есть контакт. Свой человек в Альбионе утверждает, что у Найджела назначена крупная встреча в Белой башне. Речь пойдет о глобальном проекте, который он подготовил для Лондона. Нам нужно отправить туда кого-то из наших. Всегда мечтал стать капером. Ладно, сначала самое важное. Нам нужно пробраться в неприступную крепость. Так что за дело. Я займусь поиском человека, который хорошо впишется в эту компанию разношерстных выродков. О, черт! Кибербезопасность Альбиона вышла на айпишник моей прокси. Наверное, отследили сигнал детонатора.
Позже поговорим. Круто, класс, прикольненько. 15-я часть под названием «Брешь в броне» завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, друзья. И самое главное, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока и спасибо вам всем за вашу крутую поддержку. Вы охеренные, друзья, я очень рад, что с вами дружу. И я не прочь, друзья, как мы завести новых друзей. Всем пока-пока. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.